А я ничего. Так, мы на выставке креативных елок. А это кто такой? Снеговик. Еще сосульки. А вон ты видишь сосульки, Миш, смотри. Сосульки. Они упадут. Упадут? Миш, они посмотри, какие елки. А вот какие елки. Ой, какие. Какие красивые. А из яиц, класс. Из коробок под яиц вообще столько всего интересного. Целые потолки, да, в кинотеатрах, да, делают. И вот из ниточек какая-то. А вот еще елки. А вот елка из дров тоже. Очень классная, да. Ну это трубы, разрисованные как дрова, как березки. И бублики. Тоже круто. На чайники. Смотри, какие ёлки. Это что, как из березки, да, Кашутка? Березка такого цвета, белый, черный, как долматинин, да? И бублики, да. И чайник. И чайник, чаёк попить с бубликами. Устал? И диван. И диван полежать. Ой, смотрите, там ракушка. Где ракушка? Смотри, скульптура. Скульптура. А вот как ветки, просто веточки, да? Миша, как они делают? Да, вот смотрите, структуры. Да, да, да. А вон здесь дисков красивая, да? Какая красота. Миш, а вот встань, пожалуйста, возле вот этой с дисками, я тебя сфоткаю. Встань. Елка из дисков, какая красота. Да, Миш? А это что такое? Нет, почему? Из сушек даже есть яблочки. Да, из сухофрукта. Из газеты. О, это вообще красиво. Из кулечков для симочек. Что-что, сынок? Да, Миша. О, а тут уже сколько тут деток, самого детства. Это сделанная статуя. Древняя статуя. Вау, мы тут были маленькие, танцевали. Древняя статуя, да? Это, наверное, эти наскальные росписи, сынок. Точно, как и Египет. Апельсины? Апельсинки, шишки. Эко-елочка, видишь, она сделана. А это маленький Дед Мороз. Маленький. А широко где? Все маленькие. Дед Мороз. Дед Мороз. А чего это на такой елочке? Ну, стоит для красоты. Под елочкой. Смотри, из крыши. Дай какая. А вот какая елка. Это как тетя в елке. Елочка модель. Смотри. Человек-паук. Вот это сколько люди воды выпили, да? Что-то ничего себе. А это интересно, с чем? Все, пойдем, сынок. Вот, площадь. Елки тут наряженные, да? Понравилось тебе? На канал Месотка. Жмите лайк. Жмите лайк. Пишите комментарии. Ой.